Алоха, дорогие друзья, рад приветствовать вас в уголке любопытного геймера. Сегодня с вами Ичи, продолжаем проходить игру под названием Assassin 4 Black Flag. И в моем названии это Пираты Карибского моря. Поехали. Часть вторая. Ты ли Уолл? Мистер Дункан Уолпол из Англии к губернатору. Полагаю, он меня ждет. Си, сеньор Уолпол. Энтре, пор фавор. Смотрите мне, шпана. Ух. Так, ну зачем чувак снял-то капюшон? Ассасин. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos, franceses e ingleses. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más respetable. Llévame a ese tartamar. Sé indulgente con él. Ну, кстати, что есть правда, то правда. Попал в шторм, повредил, в принципе, у него неплохая легенда, так что... Так, вот они, красавцы. В трейлер, кстати, уже запалили все, что мы их убиваем по очереди. Только в чем суть будет убийства этих тамплиеров, походу. И я. Надо сказать, моя жена мало что смыслит в красоте. То есть? Жена. Когда-то вы виделись на бале-маскараде у Перси. А, да-да. Назвала вас дьявольски красивой. Вероятно, просто хотела меня подразнить. Джулиан, наш почетный гость прибыл. Дункан Уолл. А, Джулиан Дюкас. Надеюсь, хорошая уловка, между прочим, была про жену. Ассасинов я не люблю, но лжецов ненавижу. Поверьте, я вас не разочарую. Готовы размяться? Забавно, да? Узнал кто-нибудь или голос, который озвучивает некоторых персонажей? Игромания, Канобу и все остальные. Так что берегите их. Так что, буду лелеять их, как своих сыновей. Постреляйте, если хотите. Так, давайте. Обвыкнитесь. У одного из моих соратников было 9 пистолет. В бою неплохо, но лучше плавать с ними он не стал. Увы. Хорошо. Ну, когда пистолет будет получать 4 пули. Сейчас Марокко. Ну да, есть такое. Ладно, пойдет. 4 пули хватит. Выделена цель пистолета, ну и что? Ну я же стрелял, ну ребят, ну сколько можно? Ну вот. Теперь 2 патрона осталось, уроды. О, 8 патронов, отлично. Заряжай по полной. Отлично. Ну вот, оставим так, как есть. Итак, продолжим дальше миссию. Поразите все мишени, пока в часах не кончился песок. Помните, все мишени за отведенное время. Ну что ты? Эх, ладно, тут еще привыкать, видимо. Давай заряжай, ну. Ну заряжай, ну ёперный театр. Он стреляет как чурек. Заряжай давай. Ну и чё, один патрон-то? Давай, нормально заряжай. Все там 4 снаряда, давай. Отлично. Итак. Испытание, окей, поехали. Поразите все мишени, пока в часах не кончился песок.
Окей. Помню. Начинаем. Все мишени за отведенное время. Да я понял, ну. Перезаряжаемся. Перейдем на другую сторону. Ну как тебе? Испытание. Давай, нормально, 4 снаряда заряжай. Отлично. Теперь давай поговорим с этим чуваком. Дункан, где ваши скрытые клинки? Для ассасина вы плохо вооружены. К несчастью, сломал их оба. Ага. Выбирайте. Где же вы их нашли? Я их не нашел. Вот нафига вот эта наигранная хрень? Где же вы их нашли? Угу. Трофеи на память. Репетор крут. Молодец, классно озвучивает. Два клинка, как положено. Точно, да. Ассасина. Дункан, не побалуйте нас демонстрацией своих талантов. Талантов? Я... Да, без проблем. В ожидании вашего приезда мы подготовили пару испытаний. Досадно уезжать, не увидев вас в действии. Да, конечно. Раз есть время, я с радостью покажу, что умею. Вот. Ай, видите? Бесит меня этот перевод. Приготовлено специально как... для вас. Ребенок какой-то необычный. Так, ну ладно, давай. В толпе самое простое. Без размаха. Быстро и четко. Окей. Покажите еще что-нибудь. Что, например? Нет, правда? Использовать стога сена как прикрытие. Угу. Вот это да. Скрытие. Угу. Нельзя переоценить эффект неожиданности, так ведь? Особенно если бить из-за угла. Ну да, эффект. Разрази меня гром. Очень умно. Убийство. Ну все, хватит. По-своему прекрасны. Хоть и привлекают внимание. Покажете. Так, дайте мне залезть куда-нибудь. А возможно ли нанести роковой удар на бегу? Без проблем, бро. Мондио, какой сильный удар! Чудя. Что еще хотите посмотреть? Все. Пошли дальше. Ассасины вас хорошо обучили, Дунка. Вы очень вовремя решили их оставить. Сильно рискуя при том. Предательство ассасинов вредно для здоровья. Выпивка, говорят, тоже, но такого рода опасности меня манят. А по какому делу вы здесь, сэр? Помощник губернатора, быть может? Или впервые тут так же, как и я? Пистолеты, сабли, пушки, бомбы. Я с радостью продам все то, чем можно убивать. Контрабандист, скажем так. А как поживает ваша супруга, капитан Роджерс? Она тоже здесь? В Гаване? Живу надеждой, но вестей нет. Я больше года истреблял пиратов на Мадагаскаре. Разогнать этих негодяев было непросто, но мы справились. В будущем, понятно, надеюсь использовать ту же тактику в Вест-Индии. И что вы сделали с ними? Все просто. Пираты невежественны, как макаки. Я дал им выбор. Принять прощение и вернуться в Англию нищими, но свободными. Или же быть повешенными. Видимо, Нассау — ваша новая цель. Прозорливо, Дункан, именно. Удачи вам.
на Сау. Великий магистр! Но господин ему Дунган мало, Олпол вряд ли ли удастся. Си. Мы вас ждали неделю назад. Прошу прощения. Мой корабль захватили пираты. Едва уцелел. Я прибыл лишь вчера. Досадно. Простите за назойливость, но удалось ли вам спасти все то, что было обещано мне? О да, сэр, удалось. Инкрибли. Ассасины добились большего, чем мы думали, но нас им не остановить. Рад, наконец, встретиться с вами, Дункан. Добро пожаловать. Прошу, нам есть что обсудить. Да, музычка напряженная. Мне интересно, что там было в том письме. Я... Плохо играть. Наконец все в сборе. Не знаю еще. Какое пестрое агента. Общество. Англия, Франция, Испания. Граждане прогнивших okay. империй. Но теперь вы тамплиеры. Тайные подлинные правители мира. Прошу, дайте мне руки. Помните нашу общую цель. Вести всех заблудших, пока не найдут дороги. Вести пылающих страстью, пока не утолят сердца. Вести всех пытливых, пока не умерят разум. Во имя Отца понимания. Приступим же. Окей. Десятки лет назад Совет доверил мне найти в Вест-Индии забытое место, которое наши предки называли обсерваторией. Смотрите, взгляните на эти изображения и запомните их. В них скрыта важная история. Уже два десятилетия я пытаюсь найти обсерваторию. Там, по слухам, спрятан инструмент невероятной важности и силы. Некоего рода армиллярная сфера. Это устройство даст нам возможность следить за каждым человеком на Земле, где бы он ни находился. Представьте, что будет в нашей власти. Тогда между людьми не будет больше секретов. Ни лжи, ни обмана, лишь правда. И справедливость. Вот зачем нам обсерватория и то, что в ней должно стать нашим. А мы знаем, где она? Да. В кавычках. Узнаем. У нас в руках единственный, кто знает ответ, некий Робертс, бывший мудрец. Истинного мудреца они видели уже 45 лет. Вы уверены, что он не шарлатан? Мы полностью да. уверены. И этого покрасить можно? Нет, нельзя? Ну ладно. Несомненно. Но благодаря Дункану и сведениям, что он привез, ассасины перестанут нам докучать. Все станет ясно завтра, господа, когда вы встретитесь с мудрецом. А пока давайте пить. Мы найдем обсерваторию вместе. Ведь тогда короли падут, духовенство отступит, а сердца мира станут нашими. Как? Отдыхайте, Дункан. Завтра придет Серебряный флот и ваша награда. Затем обсудим план дальнейших действий. Жду с нетерпением. Экселленте. Буду ждать вас в гавани завтра с утра. Окей. Губернатор Торрес завтра рано утром будет ждать вас в гавани, около замка. Хорошо. Мы придем. Так, тут у нас человечек, который, возможно, нас знает. Надо бы с ним разобраться. Нет, нет, нет. Дамочки, да не трогай ее вас, отвяжитесь.
Да-да-да, тише. Блин, да чтоб тебя. Где ж ты там в шкерисе? Давай перелезем вот туда. Окей. Видимо, тут где-то, да? Вот он. Нас никто не видел. На-на-на-на-на. Оп-оп-оп-оп-оп. Давай, залазь. Залазь-то уже, ну. Ай, вот о чем я говорил, друзья. Это просто жесть. Ну и что ты не можешь перелезть, я не понимаю. О, наконец-то. Не-не-не-не, слезь. И тут слезь тоже. Слезь. Слезь, говорю тебе. За все подряд цепляется. О, черт. Так, ладно, пошли. Так. Ну, клинки мы, я думаю, оставим. А что тут? Ладно. Пошлите на точку тогда. Сразу прям. Прям вот так сходу. Купить. Произведение искусства. Да, а на кой она? Данная статуэтка, талисман Христофор Колумб, назвал подобный талисман Агилиас, орлы. Впервые увидев его во время плавания вдоль берегов Центральной Америки. Бла-бла-бла. Я думал, у него хоть какой-то... Какой-то у него есть этот, думал. Так, патроны все. Пистолеты. Пистолет я, пожалуй, не буду убирать. Ну и клинки. А чё один выстрел-то, ребят? Собаки. Ну-ка. Видимо, это только там пострелять можно было. С одним пистолетом, ну-ка. Тогда пистолеты тут глянем. Пиратские мушкеты. Дальность, урон, поражение. А это обычные колесовые пистолеты, да? Колесцовые, ого, как. Дальность, нифига себе, ну, они стоят тут, ого-го, сколько. Ладно, оставим то, что есть у нас. Побежали. Побежали, побежали, побежали. Привет, братва. Может, и не братва. Так, там я вижу какую-то штукенцию, надо бы заглянуть, что это такое. Давай, давай, залазь, залазь, бро, залазь. Так, о. Угомонись, бро. Ну вот что тебе надо было от меня? Где этот листочек? Мне за листочком надо было бежать. Где ты? Опять какая-то паскуда заприцепилась, да? Давай, 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 давай. Где листочек? Блин. А вы опомнитесь, ребятки, что ж вы как взбесились-то, а? Ну-ка. Да что от тебя? Ого. Да, тут драться еще надо научиться. Эх. Быстрее бы уже в море выйти. Достали меня эти. Тут на 1-2 человека, и это все, жуть начинается. Так, опять бежать хрен знает куда. Тьфу, блин. Идиотизм. Так. Ладно, побежали. На этот раз я никому ничего делать не буду, просто буду бежать. В жопу. Команду спасать, всю эту дрянь собирать, это еще бессмысленно, потому что у нас еще самого корабля-то нету. Его еще... Освободите двух пиратов. Блин, ну подмывает же, освободить-то ее просто. Так, ну-ка, ну дай, пройти. Так,
кусок дерьма. Зашел, соскребать буду. Да что ты говоришь? Так. Пробьем защиту. Так. Отлично. Ну, аллилуйя. Благо, хоть жизни восстанавливаются. Грация. Благодарю. Теперь я ваш капитану. Капитану, мать вашу. Капитану бы еще найти корабль. Ну. Ограбить. Деньги тут редкие. Добыть их достаточно проблематично. Посему я все соберу тут. Все-то всех отовсюду. Да хотя ладно, побежали. Против что-то хочешь сказать? Так, пинки поставим. Побежали. Побежали, побежали, побежали. Расступись, я бегу. Привет. Харя противная, я бы тебя сейчас бы убил, но... Доброе утро, Дункан. По сюжету сюда. Нельзя. Эдвард! Эй, Эдвард! Я нашел того, кто купит оставшийся сахар. Ага, большая удача! Он назвал вас Эдвардом. А, купец, который привез меня. Ему я представился чужим именем. А, мудро. Свидимся, Боннет. Удачи. Вы пунктуальны, Дункан. Сюда. Чуть не спалил. Вот он. Тот, кого и тамплиеры, и ассасины искали более 10 лет. Мне сказали, тебя зовут Робертс. Это так? Думаю, ты узнаешь. И молчит. Если верить преданиям, чтобы войти в обсерваторию, нужна кровь мудреца. Ключ у нас. Осталось лишь найти место. Возможно, сеньор Робертс нам поможет. Доставьте его в мой дом. Так. Столько шума из-за него. Неужто обсерватория так важна? Индуда. Обсерватория — инструмент, созданный предтечами. Она поистине бесценна. Пожалуй, вот так вот сделаем. Предтечами? Мечи и пистолет. Ясно. В одном из писем будем идти позади всех на всякий случай. Наставника Майя Адабая. Вам удалось воплотить его в жизнь? И мне не внушает доверия. Я... Нет, увы. Нет, слишком много препятствий. Жаль. Но благодаря вашим картам мы доведем дело до конца. Ладно, пока в должно засунем. Таков замысел. Плохой маршрут, Торс. Мы уязвимы. Что-то не так. Будьте рядом, магистр. Я тоже чувствую. О, да. Главное, защищайте мудреца любой ценой. Угу. Ассасины, мать их. Ассасины! Точно. Сверху! Они на крышах! Ну, пока это еще не наш клан, это рубаем их. Так, где еще? Отлично. Ну, следите за улицей. Они могут быть везде. Так, где этот еще? Побежали, побежали. Вот он еще, ассасинчик. Привет, лососинчик. Ассасинчик, лососинчик. Отлично. Зарезали.
И этого зарежем. Кто еще? Где? А что об тебя? Зачем ты засовываешь постоянно оружие? Ну, стреляйте, ёб красоты! Ай, чёрт! Давай, беги! Беги! Ах ты, урод! Да-да-да. Так. Ай, дебильное управление, жутик, пока к нему привыкнешь. 10% игры прошел, и еще столько же будут привыкать. Ух ты, блин. Хватить! Окей, Дункан. Вперед, раз ты Дункан. А тебе ловкости не занимать. Давай. Поднимайся, чувак. Ну что ж ты так... Жуть прям как медленно. Ну а куда еще? Залезь, отдохни там, ну. Не усложняй жизнь нам обоим, друг. Ты лучше бежал бы. Стой! Ноги прострелю! Да по... Ай... Так. Черт! Не, цель погибла, нормально. Я его грохнул. Блин, это на него просто, наверное, свалиться там надо. Давай вот так вот кулаки поставим, чтобы на всякий случай. Нет, опять в эти вкусы залезли, чтоб тебя. Не усложняй жизнь нам обоим, друг. Да, не усложняй, остановись и дай мне тебя поймать. Для пирата Эдвард слишком шустро бегает. Беги. Брысь. Шапки. Отлично. Давай. Есть. Фуф, там, правда, с воздуха надо было поймать. Тихо. Его. Мы отведем что его значит, в тюрьму, Паш? Магистр. Удвойте стражу. Вор, пират? Будь я прав. Может, он знает, кто мы? Ну, денек у нас, господа. Си, нас окружают враги. Нужно быть осторожней. Хотел бы я быть рядом с вами до конца, но, увы, должен на всех парусах идти в Англию. Ну что ж, попутного ветра, капитан. Повезет. Вернусь к губернатору. С одобрением нашего дурака короля. Адиос. Что до вас, сеньор Уолпол. Надеюсь, это залог нашего долгого сотрудничества. Штука. Грасиас. И я вас. Не откажитесь поприсутствовать на допросе. В полдень. Приду. Нападите на мудреца сверху. Используйте в бою пистолет. Окей. Видимо, он не очень доволен тем, сколько ему дали денег, Эдвард. Ну и ладно.
Шустин. Так, сюда, я думаю, заберусь. Привет, кошка. Нет, давай, забирайся. Отлично. Залазь. Оу, да щит. А, пойдет. Я думал, сейчас рухнул где-нибудь. Побежали. Ну-ка. Отлично. Эй, я думал, ты сейчас побежишь, сранец. Оба-на. Отлично, красиво бежишь, Эдвард. Отлично. Надо привыкать. Ну что, выпьем это? Ты это откуда ты меня узнал-то? Я еще прийти не успел. Какая жалкая подачка! 1000 реалов за эти карты! Это что, всего 100 фунтов? И как человеку добыть состояние, если миром правят торресы? А вы никогда, раньше не работали на плантации? Знаете что? Хотел бы я увидеть эту самую обсерваторию. Все-таки деревянные кружки. Губернатор сказал... Это устройство для слежки за всеми людьми. Какая нелепость! Представьте, что такое обзавелась моя жена. А вы представьте, сколько это стоит. Продать нужному человеку, и я богатейший пират. Приватир в Вест-Индии. Увидимся, Боннет. У меня в этом доме встреча с мудрецом. Личная. Понятно. Убивайте стражу. Так, ну, для начала мы посмотрим, сколько у нас времени осталось. А времени у нас впритык, друзья. Я думаю, сейчас попрощаюсь с вами. Вот. А в следующей серии мы уже начнем там буянить. Вот, ну, часть еще один. Отлично. Так. Ну, собственно, с вами был Ичи, с вами была игра под названием Assassin's Creed 4, Black Flag, и всем покедова!